Жители Канска все чаще стали замечать, что над городом летают военные самолеты. Как оказалось, ежедневно на авиационной базе, которая находится возле населенного пункта, проходят тренировочные полеты истребителей и перехватчиков. В военной части они несут постоянное дежурство. По тревоге самолеты смогут взлететь в воздух уже через 10 минут после сигнала. Это минимальное время. Сейчас на базе военную службу несут десятки человек. Это пилоты, инженеры, диспетчеры. В этом году произойдет долгожданное событие. Полку вернут его боевое знамя. В 2010 году была часть переформирована в авиагруппу. То есть 712-й гвардейский черновицкий ордена Кутузова третьей степени, истребительный авиационный полк, перестал существовать, но часть все равно преемница. А с 1 декабря этого года нам возвращают наше легендарное имя, то есть орден Кутузова, это наше боевое знамя. То есть с 1 декабря у нас опять будет 712-й гвардейский черновицкий орден Кутузова третьей степени, истребительный авиационный полк.